стелс проходят. И я понял, что, короче, с любого ограбления банка, где мы как поджаренные псы уносим ноги, там, взяв 2000 долларов, как бы, можно унести миллионы. Как бы, вообще круто очень. Это мы по фану. Это очень по фану, на самом деле. Ты по-настоящему грабишь. Когда ты заходишь и кладешь аря, ну, весь зал, это очень круто. Так, мы идем по стелсу, поэтому снимайте броники, все снимайте. Опять по стелсу. Да, идем на склад и... Mm-hmm. На складе воруем все, что видим. У Тохи даже маска, как у того малыша. Мацит, скидывай. Ну чё? Дима, броник снимай. Пошли дальше, там сниму. Мы, короче, с малышнёй наколымили, я, например, 3 миллиона наличкой. Да, ну не может быть. Угу. Вот у меня сейчас на счету 2700. Мама, дай! Вот кто задрот, это самые малыши, те самые самом верху-то малыши. Кто бы говорил, а вот эти вот малыши у тебя этот в Left 4 Dead сразу быстренько появились. Mm. Там лужа с блевотой, и там пойдемте. Я тебя полечил, теперь ты меня полечи. А нам сегодня Кал рассказывал про то, что у него есть такая винтовочка и такой пулеметик. И прокачано у него то и то. Сейчас я тебе, говорит, рейд, покажу свой десерт игл. Нагибай сюда. Вставай на колени, я тебе покажу свой. Ко мне, Калы. Будущее страны. Че, там пойдем с заднего двора? А есть другой путь? Есть через крышу, но мы не смогли зайти. У тебя всегда у героев. А, ассист, главное, вовремя микрофон выключает. Главное, научился. Че, жидкий термит возьмите. Ты думаешь, а зачем? Прогрызать этот самый? Ну, один очень долго ждать. Мы же, Кирюх, с тобой заходили с термитом. Нет, это другая миссия. Тут молча, тихо, стелсом надо обыскать контейнеры, набрать сумок и с сумками уйти. И все. Я, кстати... О, кто-то меня палит. Тут ничего делать не надо. А кто меня палит? Опачки. Камера, да, где-то стоит. Интересно. Ну, аккуратно, смотрите камеры, ну и охрану там. А почему они слева пошли? Ладно, неважно. А почему у тебя прикид такой? Какой? Джинсы и джемпер. Ну мы же все за разных персонажей отыгрываем. А, у них разный прикид, понятно. Это же завистника. Не, интересно, вдруг можно купить, я ж кукол обожаю наряжать с детства. Я этим и занимаюсь во всех играх, где есть такая возможность. Опачки, блядь. Почему я палюсь все время? Не понимаю, у меня какой-то перк, что ли, нездоровый? Опа. Пришел сверху, черт. Сейчас отвечу. А, не могу ответить на эту. А, во-во-во. Отвечаю.
We had someone banging on the door. They just needed to use the shitter. We're fine. Не прикольно. Блять, чуваки, я нашел сейф. The vault needs two cards entered almost simultaneously. You bet there's something particularly tasty in there. Охереть вообще, здоровый сейф. Термобура у нас нет, да, надо карты искать. У меня есть кумулятивный заряд. Не, ну ты чё, мы по стелсу, Дим. Ой, да, что там херняк? О, сист, блин. Связь от гражданского. Молодцом, молодцом. Уводи его и пристрели где-нибудь в углу, чтобы его охрана не нашла. Ладно, Антоха, сейчас осмотримся. Понимаю. Своя кунг-фу тактика у сестра, короче. Прикольно, силуэт меняется. Серега, опять у тебя мексиканское радио? Я просто хочу настроение задать. Ага. Кого? Я сумку денег нашел. Моего друга. Только ты чудо почему-то находишь. А, ну правильно, этим и надо заниматься. Listen, we're here to do a job, so do the job and lay off the people. Опачки. Ну тебя там сзади смотрит еще один чувак. И справа кто-то с... А, вон еще один. Согрелся, блин, пипец. Пришлось убить. А, ну можно было... Покричать, конечно, но я не стал. Не упаковывать не во что. У меня один. Один мешок был, я его потратил. Сейчас я упакую. Ну, держи. О, ключ-карта, нифига. А, это вот тот уровень с. Одна есть ключ-карта. Пацаны, только бога ради, не спалитесь. С автомобилем, где надо подбирать, где он стоит, да? Я могу спалиться. Серег, бога ради, аккуратно, одна ключ-карта уже у нас. А что делать-то? Ну, здесь, по идее, грабить надо. 5 сумок с ништяками нам надо утащить. Одна у меня есть, и плюс сейф нашли. Если мы по стелсу пойдем, мы отсюда унесем кучу бабла и всякой херни. Так, поливай опять. Тихо, где? Ау... Кто-то нашел труп кто-то нашел. Все, окей, я снял. Что за хуйня? Что случилось? Не был убежден. Оператор пейджера не был убежден ответом. Хреново вы отвечали. А, нет, их просто, видимо, много, нельзя убивать. Ну, отходим, да? А все, мы проиграли, 5 сумок-то нет. У меня есть сумочка. Ну у нас только 2, все, а 5 нет. Что ж вы так? Вот полно контейнеров. Перезапущу сейчас. Эх. Вы поняли, да? Нифига себе, нельзя, короче, половину охраны перестрелять. Вот так вот. Со мной в такое нельзя идти. Короче, охрану не убивайте. Убивайте гражданских, стреляйте в камеры, но... Это... Вот сыт готовность нажимай. Стреляйте в камеры, убивайте гражданских, но охрану только в экстренном случае. Подсыт готовность. Я готовлюсь. Мацит шопится. А зачем нам термит, я не понял?
Потому что снизу очень клёво прорезать решетки и скидывать трупы в этот самый. Notice. Do your thing, guys. Prefer you to do it quietly. Run instead ahead. But maybe you can find. О, ворота закрыты в этот раз. Интересно. Каждый раз же все по-разному. Сис, бери, пошли со мной. Я взял, но я не понимаю, что нужно делать. Пошли. Они пускай идут как шли, а мы с тобой вдвоем пойдем. Я плохо играю в этих хитманов. Охрана, охрана. Дима! Пайджер, пайджер. Да нахер вы его убили-то, чуваки? А что с ним делать? Орать на него? Шел бы. Орать, чтобы перк нужен. Он бы не ушел. Да он ушел бы и все. Он ушел, блин. Тима там за углом будет. А за какого ты Кирилл играешь? Я за папу. Там охранник. Это что там? Ой. Убил? Нет, смотри, какой фейерверк. Что это за фейерверк? Пацаны, мы тут работаем, пацаны шашлычат. Блин, Антоха стоит, не уходит. Интересно. Короче, я понял, как будет. Один качается до безобразия и потом проходит весь уровень сам, остальные просто тащат сумки на себе. А, ну хотя есть очень сложный уровень, да. Там надо всем работать. Нет, пошли в другую сторону. Да, кстати, ты для меня его спалил. Я вижу силуэт через стену. Да-да, помечаются. О, двое уже. Вот второй ходит, да, видно. Это я прокачался. Если я 3,5 секунды стою, помечаются все цели вокруг меня в радиусе 10 метров. Угу. И сейчас двинусь. А нет, не пропадает за свет. Ну, он пропадал уже один раз. Дима, какой-то тайминг не прошел. Че, придется его завалить, да? Да, видимо. Сейчас видимо, неизбежное зло какое-то. My nervous twitch pressed the button. But I'm not nervous. All is fine here. Посиди там, Серег. Ну, пойдем. Тихо. Рабочие там. У рабочих ключ карты ищите. С лестницы может черт ползти. Я кстати, вот... Вот здесь я завалил чувака. О, нифига, ты ништяков или это труп у тебя? Труп, труп. Гражданский? Не, вот которого ты вальнул, солдат, на входе. А зачем, зачем там, наверное? Серега, все, пошли обратно. Ну, сейчас скину. Ух ты, бляха. Меня кто-то спалил сзади в спину, Кирюх. За нами идет. О, все. Заподозрил. Блин, извините. Так тут... это не мы, это Сис там спалился. Нет, по-моему. Не-не, Сис, Сис. Я был в канализации, это не я был. Да я. Валил охранник и кто-то услышал. Термит в этот раз не берем. Во всем виноват термит.
set off the alarm. If you do, I'm pulling you out. Так я не понял, что вы с ним делали, конечно. Their business cards say private security, but they're really just a private army of mercenaries and looters. This warehouse is bonded. Engaged suspects is full stuff shipped back from Iraq. It's quiet out there tonight. Keep it that way. That's the deal. You know what you need to do, but keep it quiet. If the alarm goes, I'll have to pull you out. О, нет чемоданчика. Блять. Как так-то? Упал. И не отжался. Упал с высоты, с крыши, и он мне пишет арест через 20 секунд. Господи, блядь. Как так-то? Еще и перед камерой, да. А чем эта миссия хороша-то? Ничем, просто стелс. Обычная миссия. Just testing control. Your response time is outstanding. Серега. Ой, Антоха тут. Я не понимаю эту миссию. Надо даже контейнер обыскивать. Нет, смотрите, нет. Здесь всегда как бы несколько возможностей. Как бы нам надо взять 5 сумок. Можно обыскивать контейнеры, в них и собирать содержимое. Можно в офисе. Просто в офисе есть, блядь, богатые сейфы, которые, ну, как бы дополнительно можно вскрыть. Все, как бы. А так можно 5 сумок в контейнерах набрать. Это не проблема. Я думаю. Вот, полная сумка денег. Одна есть. И у меня одна. Ну вот, две. Мы с сестом пошли потихоньку уносить. Вы ищите, только не палитесь. А, или ты там пошел? То есть, грубо говоря, мы должны сейчас формально унести 5 сумок. И как только мы закинем 5 сумок в машину, мы уже можем спокойно ползать по складу и воровать что-то еще. И если спалимся, то у нас будет 40 секунд на то, чтобы прыгнуть в машину и уехать. Да, только главное, ворота закрыты. Да, они откроются махом. Что-то пацаны там палятся. Это я. Кто там? Там охранники бродят. Это я палюсь на крышу. Антоха, ты если там в сумке что-то есть, ты бери и сразу сбрасывай. У меня контейнеры не предлагают. О, 2 охранника сразу. На проходе. 3 еще и двигаются. Нехорошо. Чуть дальше я по контейнерам прошел, и там сразу засада. Может, все-таки можно охранников убивать? Ну, можно определенное количество. Ну, почему думаешь, что определенное количество? А что значит? Мы как-то по-разному можем ответить на пейджер? Нет, у нас одна функция. Просто ответить на пейджер. Кто палится? Может, нет. Слишком часто нельзя убивать там, не знаю. Must be some kind of interference.
No? Ты вальнул кого-то? Так пришлось, блин, там спалились. А это вообще его охранник. Я спалился. Ну там трое было их, и я не успел убежать уже. Я отступал как мог. Один еще ходит. Один отходит, второй стоит. Тут выглядывать жалко нельзя. Он доходит как раз до следующего контейнера. А, не, я пошел дальше. Один стоит еще там. Пацаны, зашел там контейнером. Я вам сервер скину. Какой сервер? А, сумку сейчас я подберу. Антоха зашел там контейнером. А он не смотрит в мою сторону. Ну просто он там. Ой, там не еще видно. Дальше один. Давайте еще две сумки, держитесь. Так, серверов больше нет. Да, дальше палёно. Стоит и не двигается. Да. Это стоит. Ходит, ну, хорошо, другой. Хорошо, что он стоит. А вертолёт прилетает. Рабочий идет в мою сторону, мимо того стоящего. Я отступаю. Слышите, да? Вон вертолет прилетел. Да, что-то это плохой знак какой-то. Парник упал. Блин, поднимайте меня, арест через 28 секунд. А как? Я не успею. Кто-то услышал, как я контейнер открыл. Черт. Меня арестовали. Ты через сколько зареспишься? Упси. Четыре минуты. Короче, мы без тебя, мы сколько не проживем тут. Ой, тьма. Обнаружили труп. Но я снял этого чувака, который обнаружил. Молодцом. Сумку нашел с деньгами. Это как раз, по-моему, пятый. Сейчас проверим. Все нормально. Так, мне надо с сумкой вернуться, я так понимаю, да? Да. Или сумку, да. Или, ну, дать ее мне, или как-то так. Ну, давай тебе. Давай тебе. Ну или брось ее, брось. Мы же ее будем видеть. Если будем сбегать, просто хапнем. Да, я дойду. Брось. Так, за желтым контейнером все еще охранники, осторожно. Ну так стоит, да. Все, он там охрана там. Да. Ну он там стоит и не двигается, смотрит в мою сторону. Вы что, передали сумку? Да, я Кирюхе отдал. Все, последняя сумка и. Ну, не уходим, ждем Мацида и грабим, еще ищем. Так, что мне делать? Бежать к Антохе? Не бояться продвигаться куда-то, искать что-нибудь, но не палиться. Я плохо в этих хитманов играю, вот что я хочу сказать. Да тут нечестный хитман, мне кажется. Везде рашить, что ли? Ладно, да. Хитмани. А, тут сброс-то он ближе ко мне, чем просто тут, наверное, не забраться. Не выйти на сброс. Ну, я на всякий случай обхожу там, где уже чистили. Ну, по-моему, не перелезть. Я, бочки так лежат, как будто по ним можно забраться, и нихера. Что-то вертолет прилетел и улетел, непонятно, что это было. Ну, посмотрели, видимо, все спокойно. Так, здесь контейнер закрытый, по-моему. Это я открывал, Серёг. Чисто. Так, и тут огромная площадка и никого, хотя как будто кто-то тут стоял однажды. А вон идет чувак. Вдалеке. И спиной к нам повернулся, и дальше пошел охранник. Ворота я открываю. Попробую я пробежать. О, да. Круто, очень удобно. Кстати, да. Все, мы все здесь. А, ну вот эти самые ворота, можно и через них наглую заходить, допустим. Если никто не видит. Так, кто там? Кого? Я, камера, нормально все. Все закрыто.
Все закрыто. Идите, там еще один контейнер. А, или надо смотреть морквотеры, понятно. Контейнер есть, но пустой. Значит, в здание заходим. Вроде все обыскали. Ну или в середине еще контейнер, но там охрана, опасно. А Мацец я купил, по-моему, не знаю, кто эту канатную дорогу опять, чтобы вернуться эффектно с крыши. Я пошел. Место снайпера. Ой, там чувак идет. Где? Антоха, слева. Снял. Отвечаю на пейджер. Ой, там идут два чувака, блин. Подойдите ко мне. Подойдите ко мне. Блять. Последний, блядь, контейнер, как хотите, надо брать. Где он? Ищите по контейнерам, суку, последний, точно, блядь. О, есть, есть, сис нашел. Да, есть, сумка. Есть. Сумка, да, в центральном контейнере была. Я пытаюсь бежать, но я бегу очень медленно. Ну, к воротам беги, успеешь? Пытаюсь. Блять, ко мне пришли, сейчас я добегу. А-а-а, как не вовремя, ебать. Надо же эвакуироваться, ты чё там лазишь-то? Все, ну короче, наверное, вот здесь будет миссия эта. Ну то есть место это высадки. А, все, Мацит не добежал, поздняк. Просрали. Черт. Я не понял, почему он там заспаунился. Должен был рядом с нами. Блин, почти. А почему провалено? Ну, потому что Мацит не убежал. А-а-а. Так, чё, мы это же или другое что-то? Давайте это же, в принципе, понятно, чё к чему. То есть, шукаем основные сумки снаружи, да? Ну да, так проще. Хотя одного кого-то можно запихать и в дом, чтоб там шарился. Но Димон хорошо там сервер нашел. Я за сервером схожу, да. А Дим, он каждый раз все спавнится в разных местах. Деньги, сервера, поэтому... Может сходишь, может не сходишь. Может, может быть попарно тогда помойти? Мне кажется, попарно логично. И надо, чтобы кто-то открыл сразу же... Нет, там чувак стоит сразу напротив. Да-да-да, черт. Нам бы отход сразу же сделать себе. Ну это можно за секунды. Не, просто помни, что здесь ворота как бы. Не, ворота долго открываются. Не-не-не, эти нет, недолго. Сейчас стойте там, охранник, охранник. Сейчас, может, уйдет. Да. Все равно его бить надо. А нарать нельзя от него, что ли? Такой кровожадный. Мне так кажется, нет. Что наорать? А он курит, он, видимо, докурит, до свидания. Да, наорать нужен перк прокачанный. Да-да, не орёт. Не орёт, на гражданских орёт. На... Так, смотри, даже если он уйдет, он как бы, он же двигается по одному маршруту, он все равно будет там в коридоре выходить, заходить. Мне кажется, валить надо его. Оп. Все, он на меня спалил. Кто ответит? Сумку только не тратьте на него. Как так? Кто так палится? Кто палится? Мацит палится. Камера может им. Нет. Камера. Охранник. Ну, охранник. Ну как камера по телефону позвонит, вы чего? Поганые рудники. Давайте парами пойдем, я с Димой тогда пойду. И если он опять шалит насчет, вали его в спину прям в затылок. Это я и хотел предложить. Ну вот раз открыто. Давай, Антоха, тут зайдем. Нет ли в этом подставы? Там чуваки, там двое, по-моему, или один. Ой, блядь. Там два чувака. Да-да-да. Сами это видите уже. Но этот, допустим, спиной его можно обойти слева, а этот уйдет второй.
Да, один уходит, второго, наверное, можно обойти. Шли бы лучше через ад. А, он спиной вообще стоит. А там что-нибудь? На правую идти. Ну еще один вышел. Еще один вышел, Лех. Вообще рисковый. Так, я ухожу. Я налево пойду. Там один контейнер, по-моему, его проверить. Нет, я пытался его обойти, но у меня не получилось, видишь. Так. Кирик, тебе вот, вот туда, куда тащишь человек, туда идет чувак. Антоха, осторожно. Просто тактика какая? И еще два рабочих идет. Да ёшкинка. Так, охранник остановился, так что можешь спокойно сбрасывать. Этих рабочих-то можно как бы валить вообще безнаказанно. Ну почему, 8 штук? А вон на крыше, смотрите, чтобы вас не спалил, на крыше чувак стоит. Смотрит куда-то сюда. Ну чуть выше, чем вы, на уровне повыше. А Дима видит его? Где прожектор, вот Серег, прожектор, и над ним сразу чувак. Блин, а как Дима-то проскочил туда? Я не смогу с ним ничего сделать. Но он идет. Я только поднимаюсь, он меня палит. Стой там пока. Хорошо. Что-то Кирюха не светанул никого. Сейчас, сейчас, надо посидеть. Жаль, что я не могу светить, потому что я-то вижу всех охранников с верхушки. Да блин, он не уходит никуда. Дим, может, ты его убьешь? Да немчики спит. Ну, кстати, нам может помешать. Да, да, его надо снимать. Он так стоит там. Это не я. Чё пищит? Да, блин. Шпирги пищит. Дима, у тебя там камера где-то. Дима, ты нас всех задерживаешь, убей чувака. Подожди, стой. Чё я с ним сделаю? Убей его. Он стоит и не уходит. Я не могу двигаться. Надо карту у него метнуть. Да не, не. Он смотрит только в ту сторону, куда у него фонарик светит. Нет, я только встаю сбоку от него, тут же меня палит. Встань и убеги, можешь куда-то убежать. Ну, убежать о, могу, но... он пушку достал. А, что-то ему показалось. Кто-то увидел подозрительную активность. Я говорил, убейте его. Ой. Не он, это не он, это я убил рабочего. Ладно. Ну, план неплохой, давайте еще раз. Серега, давай ты пойдешь вот там вот снизу ждать. То есть не за мной беги, а снизу жди, я тебе сервер сохраню. Эти главные по серверам, блять. Да-да. Админят, чуваки. И не кейт. А где внизу-то, скажи? Тоха, заходим. Да-да-да. Мне подниматься? Не-не, туда иди. Весело, чё. Убить такого. Блядь, не стоит прямо, а? Чё? Кто-то там меня заметил. Кто меня заметил? Страшно, пиздец. О, Кирюха. Кирюхе прям липнет. А это пустой. Дяденька тут пришел. Одна сумка есть, короче. Ну сейчас я тоже направо пойду, потому что тут единственный, по-моему, контейнер был. Остальные все справа. Как раз все эти черти разошлись. Блять, еще фургон дальше поставили. Start.
Кирюха. Что-то да, что-то кто-то был там, что ли? Извините, тут было сразу двое. Хоть не охранники? Охранники. А ты позвонить не успеешь второму. Да. Вон один контейнер, кстати. Все. Я получил ключ-карту. Ах, ты хорош. Тоже пустой. Я понял, надо тренировать тебя бег контейнеров за минуту. Сразу без оглядки на этих. Че делаем? В воду прыгаем. Двадцать семь. Семнадцать. Интересно, я успею добежать? Нет. А, я не успею добежать. Да. Тебе вторая сумка нам чем поможет? Ну, попробовать просто интересно. Второй раз я что-то нашел. Не понимаю. Надо вдвоем ходить, короче. Давайте последний раз, да, что-нибудь другое попробуем. Сейчас я АФК недолго. Если бы мы вдвоем зашли и наткнулись на этих двух людей, мы бы справились. Так зачем ты заходил? Сидел бы снизу. Я тоже хочу что-то сделать. Ну так я тебе сервак скидывал. Господи, не самое веселуха. Ну ты бы скинул Дима, на обратном пути бы забрал его. Ну да. Чё, едем в лобби, погнали. Я предлагаю идти парами. Ну и держаться вместе. Так и так эффективность низка. Просто там, где сервак, там делать вдвоем нефиг. Там, а мы с Антохой разные контейнеры шмонаем, нахер нам вдвоем идти, так. Ну вы же все равно как бы идете в одном направлении. Давайте я снизу сервер скину. Я его достану, только скину вниз и отнесу вместе. Ну, давайте, может, я хотя бы на крышу заберусь и буду говорить там, где ходят охранники. О, давай. Ну что, все, может, глупо, иначе будет. Тоха, готовность. Тоха. Отошел. Тоха. Отошел. Антоха. Давайте его кикнем. Где вы, чё стоите-то? Ну чё, Антоха?
Дима, осторожно. Там наверху ходит человек. Или там куча народу прям по центру. Да я понял, нахер лучше об этом. Где Антоха-то? Че-то ушел. А че готово нажал? Видимо, чтобы нас не задерживать. Так. Серверов нету в этот раз. Они просто в другом месте и все. Нет, я хочу смотреть с папой. Это мне кажется. Убил? Обнаружили. Какого плана контракт? Давайте Антоху дождемся, я бы что-нибудь веселенькое, быстро. Антоха, что-то он не сказал, что-то идет. Димка, ты какой-то говнострел взял прям. Что за миссия будет? Будет ограбление бриллиантового магазина Чукалова. Сложность. Сложно, я поставил сложно. О, Антоха подошел. Антоха, где твой войс-то? Что-то Антоха без войса. Антоха. Сист броню. Что нужно делать? Будем чукалить. Ага. Свариться не хотите? Что за миссия? Ограбление бриллиантового магазина. Не палящиеся 4 человека в полном обмундировании. Ну чё? Заходим и ебошим всех. Или чё? Ну, наверное, нас сразу спалят сразу же. Или вы хотите сзади зайти? Ну, Дима, он куда-то пошел, важничает. Ага, а камера, блядь, торчок, нахуй. Маскировка. Такой ты, Дмитрий, вообще так лоханулся, а. Заходим, мочим всех, блядь. Бейте эти витрины, берите сумки с украшениями.
Тут сейф, дрель поставил. Взял украшений. А куда сбрасывать? Центр. А, машины пока нету? Пока нет, нету. Заклинила вас дрель. Да хер с ним, тут столько сумок, мы не унесем никогда. Сверху хорошая позиция. Что я пропустил? Да ты, блин, мы тут грабим. Мы нафармили уже 40 сумок. Да, вы никогда в жизни не унесем их. Потихонечку, полигончику. Тут, кстати, легко обороняться. Да-да-да, подожди, это еще Чукалова не началось. Легко им. А, тут такие классные позиции. Сверху, на втором этаже. Я вижу всех. Меня никто не видит. Можно отступить, перезарядиться. Что, все обгово воровали-то? Так, дрель чиню. А кто не знает, куда унести надо сумки? Нет еще? Мы-то откуда знаем? Так, что у нас там? 53 секунды дрель. Фургон подъезжает. Так, что, давайте оттаскивать сумочки. Блять, а куда их? Вон уже приехала. А, можно тут выйти, кстати, смотрите. Так, сейфик. Блин, Дима, молодец какой. Я там чиню. Куда идем-то? Таскайте сумки. А что, мы там? А куда тащить? Да, блядь, просто уносите отсюда, от волны, блин, пока. Так они, мне кажется, могут и сзади пойти. Не надо до конца идти, не надо, блядь, перетаскайте сумки. Куда? За коридор какой-нибудь. Что это было? Поднимаю Димона. Thank you.
Кто-нибудь с лестницы в коридор таскайте. Потрошков бы. Сзади Антоха. О, черт, я ослеп. Уходим, да? Да, уходим, сумки носим. Куда? Вагон. О, а тут куча полиции уже в Италии. С обеих сторон. Ах ты сволочь. Ладно. У кого патроны остались? Пусть он кроет. Ладно. Закрывает бошки, а? Два этих щита. Меня повалил этот дубинал. Кирилл спасет. У лестницы. Крою вас, как могу. Спасибо. Черт, сейчас кажется меня повалят. Все, у меня кончились все патроны. Вот сумка с патронами. Оживите меня. Фугон забит. Последняя сумка там. Да, возьму. Прикрою. А, у нас кончилась волна, так что. Подождите, тут еще какой-то магазинчик. Уходим. Он непробиваемый. Ну, уходим, да. Ну, это было несложно. Ну, скажи, один череп. Вот это было прикольно. Ну, хоть какие-то бабки. 160 тысяч, офигеть. Очень много сумок. МР-16. По-моему, есть мод, возвращающий название настоящее оружие. Где-то я видел на скриншотах настоящее название. Маска. Свин. Рисунок инь-янь. Блять, как ты жил-то без него? Могу посложнее сделать эту миссию. Не знаю, в принципе, уже с этой миссией все понятно. Все.
Я двурушник. Проклятый двурушник чернопольник. Некрасивая маска. О, да. Так, сейчас я узнаю. А, всего 60 штук бернайте. Но это потому что без апгрейда, без ничего. 37 урон. Да, у этого они, конечно, сосутов амаса, но... Не во всех случаях. Точность выше. Так, я увеличил выносливость всех членов команды на 50%. Они не суммируются, у всех уже это прокачано. Ну, свою хотя бы. Не хотите, как хотите. Так, 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 так. А, ну я... Да, она говорит. И у тебя была на 50% больше за счет наших перков. Может быть, не может. Тактический фонарь Миклоразер. Это если ты без нас будешь играть, то у тебя будет 50% плюс. Короче, мало того, что я купил DLC, я должен еще дождаться, пока эта херь откроется в игре. Что-то у тебя на картинке один пистолет, Антонио. Хэза. Теперь ты будешь Антонио Бандерас. Да, вообще. От судьбы не уйдешь. Раз, да, что-то у меня нихера. Почему два? А, ну, второе всегда, вторая рука-то второстепенное оружие всегда. Поэтому не увидишь, но у меня второстепенное такое же, так что... Ну, теперь проверим, это очень сложно. А вот я беру навык Доминатор, который позволяет брать врагов в заложники. Вот это хорошо очень. Это тема, да. Это другое ограбление какого-то ювелирного магазина. Но уровень я уже очень сложно поставил. Сольем. Что-то активнее на покупал никто. Они там неинтересны. Позиция снайпера нахуй. Че, воровым по стелсу? Какой стелс? Что ты, что ты? Четыре тяжело вооруженных человека заходят в аллею. Ну, кстати, смотри, окно тут есть. Сейчас я окно вскрываю. Ну тоже. А, или нет смысла? Уже открыли. У кого-нибудь есть этот? С глушителем, может там охранника повалить придется? У меня есть глушак. Давай, а то я взял без глушителя. Я еще наорать не могу. Да, надо было попробовать наорать-то, наверное. Я нажал, но он почему-то не наорал. А, ну там зависит, или это при захвате ФБР-овца. От на того, насколько он ранен и насколько он далеко от других охранников. Посылочка. Ну чё, мы, в принципе, уже неплохо наварились. Четыре посылки осталось. Че никто сумку-то не взял? Где сумка? А, это, тут... это а, труп. Пошел нахер. Бери. А я смотрю, сумку решил взять. Так, что это? Нет, кто? Я этого заложника. Взял и вяжет моего заложника. F-очка, F-очка.
Мы пока тихо их. Давайте повяжем всех. А, кстати, да, мы пока по стелсу идем. Да-да-да, молодцы. Как? Столько восклицательных знаков. Какой стелс, товарищ? Но они вызвать-то не могут охрану. А мы же их контролим. А, это не эти. Понятно. Ловите, ловите всех, что на улице, ловите. У меня кончились тяжки. Надо вальнуть кого-то. Не, убивайте их, убивайте к херам. Жалко. Да блин, да. Да эти деньги херня, мы сейчас награбим нормально. Не, просто, ну, для красоты прохождения. Так, сумки куда будем складывать? А он ушел за границу карты, нормально. Да убейте их, убейте. Я всех повязал. Одного убил. Все, машина все, близко. Контролем, нормально, вору грабим. Чего, стусовато проходим. Здесь просто этих нету. Камера. Кстати, сумочки скидывайте. Так. Что там еще есть? Интересно. Stay down, all of you. Stay down, everybody. Ну, нормально так зашло. Нам нужно 8 сумков. У нас уже 7. А где 8? А, вот 8. Ну, как бы вызываемых. Не-не, а там уже есть. Таскайте, а должен быть сейф. Мы не нашли сейф. Я, кстати, быстрее, по-моему, с сумками бегаю и подхватываю их уже. Потому что я перк прокачал. Где Дима-то? Вон он, у грузовичка. Так, а где сейф-то? А может трупак с собой взять, там за органы, может, денег дадут? Раньше сейф был в правой комнате, сегодня его там нет. Можем скрыться вообще так тихо. Фантастик. А еще соседний магазин можно взять. Вот это вот нам пацаны показали сегодня. На самом деле, как бы, что можно... Какой идеально, я подозревал, да. Ну что, клёво же. Как комфортно. Поищите по ссылочке. Еще 3. Где их искать? В самых неожиданных местах. No moving now, okay? 7 заложников набрали на всех. Без заложника как-то неуютно чувствуешься одиноким. Что-то опять там набирают. Не, это просто не сразу обсчитывается. А-а-а. Все видимости. Че, еще где-то магазин есть, да? Нет, ну посылки еще где-то есть. Где? О! Черт! Вали, вали, о, вали! Вальнул. А, можно в этих машинах пошукать? Не-не-не. Я нашел посылку в машине. В багажнике, что ли? Да. Ну, только одна была машина с багажником. Остальные без багажника. Сумасшедшая игра. Что, уходим? Я думаю, уходим, да. Не все будем. Что, не все же нашли еще. Да и как... Да, искать это отстой. Уа, первое наше стелс прохождение. Ну мое, по крайней мере. Ну мы тоже с Мацидом сегодня первый раз прошлись. Вот, видите, принцип такой. Зашли, всех положили. Класс. И дали кому вызвать копов. Миш, повезло, что не было камер.
Лучшая точность по гражданским СИС 66%. Магиан. Он очень вплотную подходил. Сколько я убил-то? Видите, без кипиша, как это... Рука-то не дрожала. Да-да-да, как точно все стреляют. Новые предметы открыты. А что не рисует какие? Значит, ничего не открылось. Какое единство. А, пушка. А, модификация. Ствольный патронтаж. Прицельно. Клёвая модификация у меня. Плюсует и ничего не минусует. Надо брать. А Роук это шпион или аферист? Роук это... Скорее. Ну, скорее шпион. Забыл, как переводится. Ладно, пока не буду все равно не хатить, не буду пока никого качать, а то опять, мне кажется, что мимо. Влад Ива... Нушкин подписался на ютубе. Обалдеть, популярность растет день ото дня. Трехдневная миссия. Мы ее играли, помните, офис ФСБ, ФБР, а потом соскочили на середине. Это то, что нам да, сейчас нужно. Сложнейшая какая-то. 200 тысяч опыта. 200 тысяч опыта. Я не знаю, сколько это. Ты в деньгах говори, да? В пушках. В деньгах немного. Здесь не деньги, а главный ресурс, а опыт, на самом деле. Я боюсь, что мы провалим ее просто. Ну, она не прошлая, можно переигрывать. Ну, давайте попробуем. Сейчас, секунду. Да, я тоже сейчас приду. Засранцы. Тоха, ты тут? Да-да, я качаюсь. А видел какое пидорство? Пустые ячейки для оружия кончаются. Угу. И открыть новую ячейку стоит 800 тысяч долларов. Угу-угу. А, еще есть время, на которое запугиваются гражданские. Да-да, их надо держать в тонусе, я почему и говорю, дальних уличных надо к херам валить. Ну, либо связывать уличных, а банковских держать на страхе надо. Все, мне больше бабок не хватит на ничего. Ну, что-то покачал. На точность пистолета еще много очень качать, конечно. Для этого. Акимбо. Блин, на Desert Eagle можно глушитель поставить, да офигеть. Так, я с вами. Микролазер.
прикольно, мы вот эту последнюю миссию прошли. Мне даже понравилось. Может, потом в червей сыграем? Да хер знает, может быть. Там же быстро. А там кооператив или друг против друга? Ну, друг против друга. А там, скорее всего, обучалку надо пройти сначала. Вряд ли. Ну да, но можно отменить. Нет, сначала обучалка, да. Ну там ничего нового не рассказывают, там стрельба, движение, прыжок на шифте и тарзанка на этих, на клавишах. Ты открывал управление? Там 94 клавиши. А я не заглядывал, это выбор оружия конкретного, наверное. Все готовы, да? Основное это да. Там простенькое. А, я помню, тут первая миссия тоже по стелсу может быть пройдена, да? Да. Все. Нет, первый день вроде нет, второй и третий пишет, что можно по стелсу. Ага, ну да, я вижу значок. Первый захватываем оружие, помните, Высоцкий? Это по-любому будет шумно захватывать оружие. А второй день ФБР мы там. Антоха спалился. А теперь мы... всегда будешь вспоминать, да? Да ты вечно палишься. Я тебя с двух пистолетов сейчас застрелю. Гранатки здесь сразу, в машине. Помните, таскали эти волыны, таскали. А, у меня метательные, блядь, карты. Ну, берите гранаты, в общем. Вот уже палят. Все, уже спалили. Го-го-го. Бежим сразу в конце. Блядь, в другом месте теперь. А, да. Оружие это. Поставил дрель. Пока это оружие, давайте утаскиваем. То 18. Давайте пока это утащим. Давай. Но только мы не до фургона, а просто туда спрячем сумки. Куда? Вот-вот, за лестницу. А почему не до фургона? Потому что надо быстрее их больше унести. А, пока они подошли. Да. Ну сейчас они уже, в принципе, волна пошла. Волна волной, но они сейчас пока слабые идут. Шпирги, не буксуй. Уноси сумку. Что такое? Ой, кто-то бомбу поставил. Мама. Хладнокровно, молча мы работаем. Сосредоточься. Все понятно. Это называется профессио анализм.
А, тут уже пустая. Че, мы все вытащили? А где второй этаж? Не-не-не. Там в машинах дохера еще. Там, блин, откуда бьют-то? Там это где? В машинах все открытые и пустые чемоданы. Все? Ну вроде как. Нифига, да, мы все, прикиньте, все достали. Ну все, там всего. Минимум 6 сумок должно быть, да. Да. Все, отступаем, утаскиваем. Можем цепочкой. Цепочкой, давайте. Думаешь, что идти до 2 шага? Главное, чтобы кто-то прикрывал нам спины. Цепочкой встаньте просто и все. Господи, блин, люди. Мы умеем. Блять, каждому надо побегать. Блин. Кирюха, сзади, 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 сзади. Готов. Блин, сейчас стелс надо было, может, снять. Ролики. Да. Так можно же снять. Снять можно, но мы же ювелирку прошли в брониках. Куда вообще-то? Там все равно гражданских не будет. То есть не снимаем броники? Не, давайте так и пойдем. Будем. Ну, глушители возьмем и все. Высоцкий. Блин, где же они такого нашли? Может, это без руков? Сказали, ты пока это, маску не снимай пару дней. Снимем тебя для проекта. Дом, да, попутно наколымил там, в Payday. Ты какой высоцкий? Так, это. Давайте аккуратно попробуем. А мы в прошлый раз вот где-то тут сбоку проходили. Тут просто и камеры, и охрана, и что-то поменялось. Опять кто-то ломанулся. О, смотрите, контроль камер какой-то есть. Че, все метательно, это не забрали. Мацет, забери гранаты еще, а то мне не влазит уже. Или сист. Жалко оставлять. Все. Я не знал, что их оставить. Еще взять? Бери, у меня 3 максимум. Все. У всех, все, кстати, по 3 теперь. В окно там за мной посмотрите, кто-нибудь, нету никого. Ой, я что-то, кто-то меня видел. Это меня. Не-не. Вот, я подсветил. Ага. Ну далеко они все с виду. Сейчас вообще не видят. Но вот верхний придет сюда, наверное, рано или поздно. Отцы, там камеры, наверное, нет? Да, вон сразу, вверху. Уже так, кто-то звонит уже. Ага, ну все, супер. А, вы помните, мы тут серверную не выдержали. Она больше не тут, блин. Ну, они там, конечно. Сейчас найдем. Я взломываю уже, кто подошел.
А, понятно. Там камеры, там не серверные. Нет, там было написано, что нашли серверную. А, как я вот точно подошел. Давайте бум. Че, бум будет? Маца, да, пошел по своему пути. Фиг пода бум. Ладно, мы кроем. Тебя, думаешь, не заденет? Классно, никакой дрели, вообще супер. Ну, громко только, да. Там еще теперь сверлить надо. Мацет, есть еще? Модифицируй только ее, а. Что-то я не вижу, где полицай? Вижу. 160 секунд, говно вопрос. Полиции нет. Они где-то потерялись. А, вот пошла полиция. И у Димки Вероника, видимо, легла уже все. Понятно, он в чате уже пишет. Взорвать нельзя. Не, ну тут уже 120 секунд, 2 минуты, так чё, говно вопрос. А может мы в прошлый раз на сложном играли? Да не. Застрял. Дима чинит. На чем мы тогда в прошлый раз какие играли? Да мы как-то... Место, может, неудачное было. И место неудачное дольше, почему-то, по-моему. И музыка не очень. Ну, дольше, потому что мы каждую дверь, во-первых, сверлили. Ну да. Они взрывали. Во-вторых, мы не прокачанные были, как бы. Сейчас у Димы еще скилл на дрель. Ссылку еще. Восемьдесят секунд чиню. Прикрываю. О, черт. О, черт. Антоха, ой. Киля. Киля, кажется, тебе меня поднимать придется. Ставлю медсумку. Кирюх, прям под снайпера встал. Чиню. Сорок пять секунд. Да вообще чё, вы сели бы в эту милую серверную комнату и все. Закидают гранатами. И никто бы нам тут ничего не сделал. Хочешь похеройствовать? Двенадцать секунд. А что там будет потом? А хэзэ, мы его так и не вскрыли в прошлый раз. Пять секунд. Там будет там, что-нибудь типа ищите другой сейф. Не, там какая-то информация. Вин. Ага. Сервер. Берешь? Взял. Фургон. Кстати, кончилась волна, так что мы сейчас легко уйдем. Так. Тяжелые юниты пошли. Вы только меня не бросайте, блин, потому что у меня нету... Я бежать не могу. Как мы тебя с сервером-то бросим? Да. На нем можно будет этот dedicated сервер игры какой-нибудь поднять, так что не-не-не. Мы тебя в этот раз проводим. Как-то вообще мы быстро и безболезненно, не знаю.
гранату хоть кину. Следочек. Все. Уходим. Иди, иди. Инцест какой-то еще случился пока-то. Бабла не дают ни хрена. Да. Или чё, по стелсу, или чё? Конечно. Боже. Блин, в общем... вы видели инсайдерскую информацию в активах? У чувака ключ. Алярм там. Это тот самый банк, который мы... Да. Да, да, да. Вот откройте все инсайдерскую информацию. И чё? Открыли? Ну да. Вот смотрите, получается, давайте тогда ее можно по стелсу пройти. Вот я захожу с центрального входа, иду мимо аларма к кресту, где у чувака ключ. Угу. Вы в это время обходите... Блин, или сейчас давайте к планированию перейдем. Сейчас перейдите. А тут нет планирования, что ли? Не, ну понятно, в принципе, объясняешь. Ну только тебя спалят, тебе нужно будет снять бронежилет. Мацита, ты не прокачал тот перк, который позволяет брать... вот, Мацит может подбирать... В чертежах два входа нарисованы. Главный и напротив, с другой стороны, черный. Ну вот, смотрите... А, еще есть один слева. Мацит, давайте сейчас скинем все броники. Мацит, ты заходишь туда, берешь ключ со стола у чувака. Потом ты должен будешь пройти... в комнату, где security, применить там ключ, завалить внутри чувака, таким образом ты отключишь камеры. Ну помнишь, да, мы играли в это. Мы в это время возьмем термобур со двора, пацаны, за мной идите, и с черного будем стоять готовиться. И смотрите, сейчас, Антоха, ты пропустил, мы когда с черного зайдем, я побегу к кассе, видишь, где алярм на три точки показывает. Угу, да, да. На две. Три. А, ну три точки, да. В кассе там тревожные кнопки, я завалю там к ебеням всех, а вы должны будете влететь в два зала, где вот сама надпись «Алярм», угу. И положить там всех гражданских к ебеням. Если надо, стреляйте, если нет, ну орите, то есть кладите их, чтобы никто не позвонил. А еще тревожная кнопка вон сверху одна. Там кто будет? А мы мимо нее побежим, в любом случае мы же с черного пойдем, то есть она будет в безопасности. Попробуем. Давайте. Сейчас, секунду. Киря, ты броник снимаешь? Нет, по идее только мацит раскидывается. А, мы одеваем. Так. И да, ну а нам чё... Мы как бы боевые юниты будем. Ну, главное, рядом с окнами тогда не гулять. Ну да, да, нам... Да, сейчас попробуем, главное, по улице пройти как-то незамеченными. Так, то есть мы, в общем, за тобой идем на задний двор, понятно? Да. А, и камеру еще повырубать надо будет. Ну, нет, смотрите, камер наружных здесь нету. А внутренний мацит должен... О, термобур сразу тут. Но мы его не можем взять пока. Ну ладно, да, пусть пока, хер с ним. А, потому что подозрительные действия недоступны в режиме исследования. Да, давайте, пойдемте. Не, к тому, что когда мы ворвемся в зал, нужно не только положить людей, но и расстрелять камеры. Нет, мы ворвемся в зал только после того, как мацит выключит камеры.
А, Тоха. То есть Мацит пошел сейчас за ключом, потом пойдет в секурную комнату, выключит там охранника и камеры, и мы в лаве начинаем ограбление. Опа, открыто. Так, ну пока не заходи, да? Да-да-да, пока ждем. Антоха, одевай маску. А, уже одеваешь. Мацит, как успехи? Ты чё там шастаешь-то? Я без глушака, этот чё-то. Пистолет. Странно. Упс. Так, ты нашёл? Да, я нашёл, я прячусь пока. А чё у тебя из Галтовия? Чёрт, что это? Кто ты с оружием? Где? Ну всё, напрыгались. Сзади. Валите, я без глушака. За машиной спряталась. Он же тебя видит, блин. Нет, там кто-то стоял. А кто там стоял, блин? На виду. Тихо-тихо-тихо-тихо, всё-всё. Снял. Всё-всё-всё, сядь, спрячься. Мацит, а ты чё там сидишь? Ты вынужден был маску одеть, что ли, всё-таки? А как так? Ты ж можешь брать эти... Ну? По привычке. Так, кто бегает за термобуром, блядь? Давайте я, наверное, я секур не всех, наверное. Нет, у тебя... У вас 75 систем, у меня меньше. А, нет. Тогда ты давай. 53 только... или типа-то. Людей вали... Подожди, он не сможет людей завалить, я смогу. Там ходят прохожие. Да-да-да-да-да. Давай я похожу, попробую. Антоха, прячься. Хотя я хреновый хитман. Мацит сейчас спалится все равно. Да подожди, что-то. Не веришь ты в него. Ага. Гениально. Ключ-карта у тебя? Нет. Нет? Там ее нет. А нахер ты маску тогда одел? Если ее там нету. Дима. Что случилось? Они знают, что ребята зашли. Но еще никто не вызвал. Да нет, все, звонят он уже. А кто? А тут охранник прям с автоматом стоит в зале. Термобур несите. Я не стал. Не, просто мы как будто бы почти смогли зайти и всех положить. Почти, да. Ставлю термобур. Можем переиграть. О, черт. Меня бьет током. Отключить электричество, меня бьет током. А все, меня уже не бьет током. Теперь ключ что-то бьет. А что-то я не понял юмора-то. Отключить электричество. Все, ставлю термобур. Вот, Димон побежал уже. Димон побежал. Защита я прикрываю Димона. Прикольно. Я скажу, когда мы отключим. А, мы еще будем тут сверлить. Дима, ты взорвать не можешь? Кирилл моего этого увольнил. Или его током убило. Короче, ага. Мы взрываем дверку в коморку электротехника. Что ставить? Нет пока. Сейчас они отключат. Все, можешь ставить. Ага, встало. 303 секунды. Черт. Сейчас Дима модифицирует. Я так и не понял. Нахер ты одел маску, если ключа не было?
Заклинило, да, у кого-то? Чиню. Двести секунд. Ты мне же тут же подходит, а ты подумай. Они типа с потолка в магазинчик спускаются напротив, только над магазинчиком квартира, там люка не может быть такого. Заклинило. Эх, когда-нибудь так бы в ВТБ сделать. Ну вот мы и тренируемся. А, черт, меня повалили на крыше. А хер ли вы делаете на крыше-то? Я по фану. Я оборонял вас. Все побежали его поднимать. Да, кстати, у нас есть проблемы с этим. Роли, да, надо распределять. Убит гражданский. Не, на крыше я кучу народ нащелкал, так что. Ще упал. Уж я здесь посижу. Толстые юниты едут. Так, чё, какой план-то? Собираемся план внизу? Да, сейчас потихоньку откроется уже. 29 секунд. Сумка с патронами есть у кого? Да, есть. Давай меняю на твою лечилку. Ставлю лечилочку. Спасибо. Восемь секунд, мацит. Серега, вон патрон там. Да, я понял. Я просто беру. Сейф открыт, мацит. За сумками. Ух, их там, блядь. Муравьи. 204 дадим. Отлично. Камера. Поджечь надо. Ой, ебать. Куда идти-то? Нахер мы деньги сожгли. Ну, задача ты такая. Чё, ты брифинг не читал? Да, вот. Щит заходит. Так, ну-ка. А, через тут заднюю дверь. Не обойти здесь. Кирилл использовал свою неортодоксальную тактику. Все.
Черт, тут деньги горят. А что, мы ждем, пока догорят? Да. Да, чтобы видеозапись забрать. А мы с Димоном скрываем ячеечки. Серега, смотри, ты это полудохлый. У меня все потело. Щит, блядь. Ох, ты бы зашел в здание лучше. Окей. Так, патрончики. Что-то кто мац докоцает? Он, наверное, в пожар встал. О, что тут можно взламывать на удачу так долго, пипец. Да-да, мы сегодня тут работали по стелсу с этим, с пилой. Все, конечно, быстрее гораздо. Ну да. Есть, да, есть прокачка и для чувака с пилой. И это очень удобно. Только не в бою. Ничего. Все, я взял. Это видеозапись. Че, вы здесь остаетесь? Можем нет, идти. Идем. Пойдемте, наверное, выйти будет сложновато. Мац. Щит. А, не, простовато будет выйти. Так, щит там слева, осторожно. Да что ж такое-то? Как два пальца обоссать? Только ничего не заработали. Че, эту кидать? Нет, интересно. Не, подожди, нам как бы дадут деньги за миссию. 300 тысяч на четверых. Антоха, скорее. А все, я пришел. Пацит не пришел. Дима, встань в круг. Который квадрат. Это не сумка с баблом. Это сумка с трупом. Я взял сумку с бабками, Дима. Дима, 7 тысяч, да. Дима, встань в белую хрень. Дима, я ее принес, закинул. 37 тысяч там было. Стоит понервничать. And it was the right thing to not mess with Hector here. Playing with fire would have gotten us burned. The FBI and the Mendozas are now scrambling. They are weakened, but not dead. We need to see to that later. Где 200 тысяч опыта, я не понял. Что это за лажа? А сколько дали? 21. 29. Пушка. Что это за лупа? Все для кастома, Антох. Угу. Для калов кэсовских. Что-то я не понял, что я разблокировал. Мясо, одевайтесь. В мясо? Подожди, дай что-нибудь шапануться. Сертыгл попробую взять. Может, я тоже что-нибудь куплю? Че, у меня нету денег? Опять нету денег. Куда ты их деваешь-то? Я вкачиваюсь в перки, которые помогают всей команде. Ки нахуй перки за деньги? Ты че там? Смешные деньги. Я еще перков столько нету. Хорошо, чем мне взять? Револьвер, Бернетти или Кросскилл? У нас клик не хватает. Из пистолетов? Да.
Из пистолета в Бернете самый лучший, по-моему, если прокачать. Если прокачать 280 перков, как Антоха. Ну, вот, я... где такой шлем взял? Это... Или это у тебя броня последняя? Это шлем в... Или да, это маска? Это маска. Маска. В обычных она внизу. А где обычные? Да, и ник с масками написано. Ну, маски заходишь, обычные там... Четвертый снизу ряд, а на третья справа. Я тоже в вашу тему зайду. Русская шапка есть, блядь. За 162 тысячи можно этот материал навесить другой. Ну, текстурку, типа. Ну или материал поменять, да. Только я вложу. Что он дает-то, интересно. О, отлично. А, она не красится даже в цвет. По-моему. А, есть маска Робо Арнольд. Шварц с половиной рожи железной. А кто-нибудь навыки призрака прокачивал? Я все равномерненько качаю. Там просто какой-то генератор помех дается в самом начале. А у меня есть он, да. Банкоматы можно скрывать. А, ровно один он тебе дается, ровно один банкомат можно снять. С банкомата выносится 29 тысяч наличных. Не знаю. По мне так какая-то херня. Не, моя хоккейная маска самая крутая. Что, все готовы? Угу. Готовы. А, это прикольно, это миссия. С коксом. Двухдневная. Есть семидневная, блин, я вообще не знаю. Мы же... А, мы это играли. Да. Сейчас будет смешно. Сумки берите, я тут с пулеметом. Гранаты берите, у кого нету. Это... Серега, бери все гранаты. Беру. Ты, Кирюк, с пулеметом, да? Да-да-да, мне что-то сошки не дает пока разложить. О, а только ночью, что ли? А чё это за терминаторство? В смысле? Я не могу двигаться, Присядь. У тебя на клавиатуре сели кнопки. Батарейки сели на клавиатуре, да? Да, точно. Или выпало опять? Вовремя, блин. Кирилла парализовала, короче. Реалистично. Да, с перепугу-то. Мне нравится тут выход. А чё, сумки берем, да?
Да, мы уже взяли. И? А, мы ждем здесь чего-то пока, да? Да, мы ждем, пока нам новый транспорт пришлет. Блин, в темноте это не очень удобно, да. Даже еще... не так весело. Еще и с дымом. Я вас скрою сверху, все хорошо. А, мы тут днем были. Да-да-да. Да, так к вертолету там бежали, блин. Ладно, сейчас я на сошечке встану. Давай, вот там, где я нахожусь, очень хорошая позиция. Откуда бьют? Отовсюду, Серег. Не, меня окружили 15 человек. Серег, сейчас тебе положу, сожри. Иди сюда, отступи назад за грузовик. Вон эту штуку. Понял. О, упал давай. Упал кто-то. Кто-то упал. А-а-а. Клевая штука. Сейчас. Опять куда-то на крышу, блядь, надо. Так, чё, идём. Идём. Блин, со всех сторон, а? А, на крышу прям, нет? Чё, не отрывайся. А-а-а. Не понял, куда. А потом наверх есть выход. Темноте нихера не вижу. Потом. Тупик здесь, нет? А, там бросать надо вниз. Антоха, видишь, где я нахожусь? Сейчас. Антоха, бросай вот сюда. Ага. Блин. Чуть не упал. Блин, с такого расстояния уже не могу попасть. Так, волна кончилась, хорошо. Антоха, возьми сумку. Угу. Все. Ну что-то пусто, да. Так, опять в доке идем. А, бегут. А вы
чё, девчонки, прыгайте на машину. Чем? Чтобы не поломаться. Там же лестница. А, да, я поранился все равно. А у нас водителя убили, блядь. Опачки, я упал, по-моему. Да. О, черт. Сейчас я упаду. Нет, не упаду. А, сзади, со спины, сзади, конечно. О, патрушки кончились. Супер. Систа, чего у тебя за лажа вечная с патрушками? Потому что я больше всех народа убиваю. Так, это, там два щита, если чё. Да ёшкинку, тут уже не зайти, а я бегу все куда-то. Так, Антох, а, у меня уже нету больше медик-пака, или есть? Так он там у нас в кокаиновом машине. У меня же свой еще был. Сейчас я свой сажу. Тебе надо? Нет, блин, так, сзади опять. Антох, отступай, сзади. О, господи. И спереди. Везде. Все, сейчас завалят. Завалят меня точно. О, Мацит ушел. Да, он отвалился сквозь. А, пипец. Кирюха, мы отступили. Я поставил тут сумочку. Патронов-то нихера. Че вдруг началось-то? Надо волну переждать. Черт, ага. Мы с Мацитом нормально в фургоне сидим. Тут патроны, хелсы, все есть. А мы вас обороняем. Да. Да вы там спокойно сидите, потому что мы здесь работаем. Мы тут уже 15 человек в минуту убиваем, черт. Приснилось вам это где-то. Ты же понимаешь, что количество врагов, оно общее на всех. Если мы убьем 30, то вам достанется 10. О, а эвакуация-то ближе к нам, ха-ха. Дим, пошли. Выходим, машина приехала. Патрохи. Антоха, вы собери патрохи там внизу. Я взял половину. Ага, спасибо. А да, в принципе, да, чё они нам? Эвакуацию, все соберите, конечно. Ну, не скажи. Серега, ты медленно иди. Все, я зашел. А, не успел гранатку кинуть. Фу, сейчас еще второй день. Вот смотрите, вот у кого сколько убийств. 38. 26. А у меня 50. Поэтому у меня патроны кончаются. Ну. Это при том, что у меня лучшая точность. У меня броня какая-то хреновая. Но у тебя это не открылось еще с руками и ногами, которые? Открылось, но она же медленная. Или имеет смысл брать? Нормально, нормально. Дольше проживешь. Мы там не носимся. А, все может, у меня, конечно, бег прокачан в броне. Не знаю. Кокаину. Куда без него? Какой медленный стал. А, копы опять вносят кокс, смотрите. Медленнее бегаешь. Да, вообще. Чем я. Начинаю что-то прокачивать под эту броню еще. Это наш кокс. И мы его дуем, да.
Куда тащим-то? А, в этот. Бога ради вас прошу, давайте это... Цепочкой? Да. А куда тащим? Непонятно. Ладно, я пока тогда прикрываю, потому что я в тяжелом бронежилете. Думаю, все, все в таких. Всех прикрыл? Да, на пирс тащим. Нормально. Давай, Дима, давай сразу в уголок, а куда-нибудь, как в прошлый раз, чтобы они не вытаскивали. Ну куда, куда? Ага. Вы сумочки-то поможете перетаскать, да? Да-да-да. Мы прикрываем. Я просто встретил тут товарища. Чисто. Присаживайтесь. Я на балкончик пойду. Сумочку возьми сразу на балкончик. Вылечится. Сумочку возьмите на балкончик. Димон, я тебя спас. А десерт игл, он же, по-моему, 7 зарядный. Конечно. А тут 10. Так он же и не десерт игл. Он же дигл. Ну они балансировали, да, может сделали больше магазин. Хороший пистолет. Да, да, у Мацеда есть Baby Deagle, он круче всех вообще существующих. За счет последнего DLC. Надонатил? Он выносит на 80 за один выстрел. То есть, если еще быть двурушником, это 160 сразу с первого выстрела. Так, волна закончилась. Дозеру надо, не знаю сколько. Пара выстрелов. Плохие копы. А кстати, в тяжелом бронике как будто бы больше амуниции таскаешь на себя. С гранатами кейс, да? Сразу. О, отлично. Снайпера, что ли, поверху? Хоть не видать. А, это у Сереги, наверное, с лазерным прицелом, нет? У тебя не, не лазерный прицел. А слушай, кстати, у меня какая-то пушка не моя. Николай. А я думаю, что я мажу? Друг начал, да? Раскошелился, сист. В смысле, я же... В общем, я случайно дефолтную пушку включил. Судя по всему. О, удачненько как, а? Чё-чё-чё? Кокс у нас лежит рядом с катером. Уже можно таскать, да? Да-да, к нам продвигайтесь.
Так, осторожно, там уже сзади полицейские. Да ёшкин кот. Я же говорю, полицейские уже поникли. Спину-то нечестно. Откуда бьют? Блядь, катер уехал. Они зашли уже сюда. Не вижу, сука, никого. Он туда тоже уезжал. Да-да-да. Как же в темноте-то неудобно. О, черт. Куда бьют? Слева от тебя ушел он там в подсобку. Не вижу. Он только со стороны моря, куча народа. Да-д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 а. Что такое? Откуда бьют? Если бы не броня, я бы уже 5 раз упал. Так, сумка с патронами где? Там где-то они все рядом. Я за потрохами, да. Щиты заходят к вам через центральный вход. Вот и нет. Нет, выжили, суки, а, прости. Дим, возьми сумочку одну, а. Сдохни, тварь, блин. Щит заходит через правый вход. А, чуть не долетел. Да срать, мы с Мацидом уходим, блин. Нет, не заходит. Серега, там, Серега, там... Серега, отступай. Пытаюсь. А, я не могу скрыться. Не можем скрыться мы. Так, вы бы меня лучше подождали. Меня сейчас привалят здесь. Блять. Вовремя так перезаряжаюсь. А где вы? Вот-вот-вот, правильно идешь. Черт, я еле живой дошел до вас. Тоже какая-то лажовая миссия. Парад уродов. Че вы? Ну да, у тебя самая такая жизни похожая маска. Подходящая, да. Это ж нашего спецназа, да, по идее? Это была. Ну да. Ну, подойти варим. Да сколько та же. Варить-то. Ну, мне варить обычно не скучно, потому что я варю. Да. Вот, но вчетвером можем поварить, конечно, да. Чё вы скажете? Ну, я не особо энтузиазм испытываю. Так, Антоха, ты решающее слово.
Чё, давайте поварим, чё? Сист, терпи. Деньги, я еще никому не мешал. Я буду снайперить. И мед. Так, смотрите, кто-нибудь один возьмите сумки с медикаментами. Это я. Остальные все берите патроны, там всегда патронов не хватает. Так надо с трупов собирать, потому что. Ну да, но их не хватит все равно. Надо трупы подпускать в дом, убивать их там и собирать. Трупы, патроны. Трупы, говорит, подпускай. Все, все, я собрал. Я готов. А, сейчас, блядь, пистолет поменяю. Схему вы помните все. Стоим, ждем. Да, один раз варим, уходим. Из дома сильно не выбегайте, чтобы вас не ловить потом. Доски все берите, но держите их, не прибивайте к окнам до момента появления снайперов. Они так дольше продержатся. Где доски-то лежат? А там по кругу стопка так сложена ровной. В неожиданных местах. Держите до последнего, до появления снайперов. Что держать, что? Я прослушал. Доски, не прибивайте к окнам. Как эти доски выглядят-то хоть? Вот сейчас найду. Вот, например. Где ты? Вот, видишь? Вон, бери. Это доски. Да. И посылка, кстати. Отлично. Чё там? Ящик со взрывчаткой, наверное. Сейчас открою. Похож на него. А у нас нету, да, кстати. Я вот парочку возьму. Знаю, зачем. Пригодится, чтобы... А я не могу... А, у меня все, бери еще, подбери последний, Серёг, я напутал. Мацет. Сейчас я тебе дам сожрать штуку. А, нет, я взял этот, патроны, извините. Ничего я тебе не дам. Штуку нашел. Отлично. А, ты же мочишь, и у тебя здоровье восстанавливается, да. Точняк. О, доски нашел, отлично. Первый этаж вообще замечательно. В доме. А, и гранаты, если есть, гранаты не тратьте, на отступление оставьте хотя бы по одной. Окей.
все с досками, как колесники какие-то. О, да, снайпера, первый этаж забиваем. Забивайте, забивайте. Здесь только одно окно. Кто в шапке сист? Это я. Волна кончилась. Надышался, да? Ой, тайзер, тайзер где-то. Да. Вижу тайзер, тайзер справа, справа двери. Или это не тайзер? Убил, убил обоих. Уронили откуда-то. Я в доме лежу. Рядом с мной никого. Стоишь ты, кстати. Сзади. Да? Все, все. Это я просто запаниковал. Ух ты ж, ешкин кот, а. Черт. Полезли в окна. Блять. В окна лезут со второго этажа. Поднимаюсь. Там в дыму один стоит точно. Снял кого-то. О, снайперок. Так, на втором чисто. Док, спускайся. Угу. Thank you.
блин, короче, вы давайте завязывайте с этими шлемофонами, как у спецназа. Постоянно вам в ебло хочется насовать, блин. А, щит заходит. Слева от входа. Нету щита. В окно, в окно, в окно. Есть. Закончился. Систа, ты так и будешь таскать доски-то? Забей, Антохе, окно. А можно? А они же сломаются временем. Я думал беречь. Мы же забили уже все. Блин, где, где еще потрохи валяются? Обалдеть. Все посылки. Цы. Главное не просрачиваться. Я опытный варщик. Антоха, ты где? На втором этаже. О, тяжелые идут вдалеке. Два сразу дозера. С какой стороны? Вот с горочки спускаются. Кирилл туда смотрит. Сразу два, блядь. Жуть, конечно. Блядь! Что? Сука, берем мед, уходим. А, взорвалась, варк. А все, не успеть. А что был-то? Перепутал он где-то. Он подсказал. Нет, нет, я-то нет. Он неправильно подсказал, а я не среагировал. Опытный варщик. Ну да, да, да. Ладно, в следующий раз варит мацит. То есть хорошая точность. О, я даже не смотрю. Ты в таком шоке. Да, растет прям. Ну, да, что-то надо уже спать. Расходимся, да. Угу. Спасибо за компашку. Угу. Всем спасибо. Всем пока.